Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Украины, сейчас работаю в Польше, там Краков, вон там далеко, за горизонтом. Меня тут спрашивают, как заработать миллион. Я обычный рабочий, работаю на стройке здесь, в Польше. Шпаклевка, покраска. Но я так себе думаю, что все проходит с идеей. Рождается идея в голове и внутри. Эта идея выносится наружу, на листок бумаги, рисуется и воплощается в жизнь. Сначала рисует картину себя внутри, в голове, да? Потом воплощает ее на полотно. Идея должна быть идея. Сначала в голове, внутри, потом вы вносите ее наружу. И все. Как люди полетели в космос. Вот первые, да, ракета. У кого-то зародилась идея полететь в космос. Начали думать. Сначала в голове что-то там прокручивалось. Надо создать двигатель, который поднимет тебя с поверхности с земли. И все. Понемножку, шаг за шагом. Березки, такие красивые березки. Надо просто хотеть этого, хотеть не так, чтобы получить миллион, а что-то сделать, воплотить свою мечту в реальность. Вот, а потом, если мечта будет воплощена, тогда придут и деньги. Вот так. Будут вопросы, пишите, будем отвечать. До свидания.